Ретроспективна виставка творчості львівського живописця, графіка, сценографа, дизайнера і педагога Юрія Скандакова під назвою «Повернення феномена». Юрій Скандаков відкрилася в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Дуже цікава виставка. Вона зроблена в співдружності нашого музею з Союзом художників України і журналом «Образотворче мистецтво». Чим вона цікава? Лично для мене, чим цікава для моєго покоління, мабуть, то, що это в основном работы периода так называемой хрущевской оттепели, когда вот ребята вдохнули некий новый свежий воздух и начали искать новые пути, новую семантику, новую какую-то эстетику. И в этом смысле, когда мы делали выставку, очень тяжело было сделать экспозицию, потому что работы очень разные. Мало того, что разные по технике, по настроению, это по уровню, кстати, вот. Тут и акварель, и пастель, и масло, и графика. И я сначала не мог понять, почему нет как бы какого-то узнаваемого стиля такого художника состоявшегося. А потом я понял, что вот это был именно поиск. Поиск, когда вот появилась, действительно, повторюсь, свобода выбора, и он искал себя. И в этом смысле это было такое интересно. Юрій Скандаков – художник-імпресіоніст, представник неофіційного мистецтва львівського культурного середовища. На початку творчого шляху Юрій Скандаков звертається до різних напрямків мистецтва, шукає свій. Його улюблена авторська техніка базується на графічному підході. Художник створює сюжетні картини, портрети, пейзажі, натюрморти, ню, звертається до абстракції. Я представляю ретроспективную выставку львовского художника-импрессиониста Юрия Скандакова. Мы сегодня открылись, и до 31 октября мы приглашаем всех одесситов и гостей города посетить выставку. Юрий Скандаков был ярким представителем неофициального искусства культурной среды Львова 60-х и 80-х годов. Он выражал любовь к Украине и Львову через свои картины. Вы можете увидеть картины и ню, и портретные, и пейзажные, и также картины, которые наполнены действительно очень мощно любовью к Украине. Так что ждем вас всех в Музее западного и восточного искусства. Юрий Скандаков був також художником-експериментатором. Його авторський почерк – це абстракція з трьома контрастними колірними домінантами – білий, чорний і червоний. Здесь мы видим, как он владеет рисунком, он график. Графическое начало у него доминанта. Прекрасный портретист. И эти портреты состояния. Его близкие друзья говорили о том, что он очень любил свой город Львов. Очень любил женщин. А еще любил рыбалку. И говорил, что рыбалка – это то время, которое Бог не записывает. Оно как-то остается вне времени. Человек, он был необычайно остроумный. Добрый, милый, в нем вот это людское начало человеческое было просто замечательным. Его работы демонстрировались и в Армении, и в Польше, и в Испании, и еще в ряде стран. Они многие ушли в Америку, потому что он был в Америке, и, конечно, заказов было много тому, кто умеет все. Как преподаватель он был чудесный, студенты его называли «дядя Юра». Скандаков майстерно поєднує геометричні форми, показує гармонійність вертикалей і горизонталей, силуети та сюжети, які торкаються самого серця. Все це одесити та гості міста зможуть побачити на ретроспективній виставці творчості Юрія Скандакова в Музеї західного та східного мистецтва до 31 жовтня.